Всем привет! Сегодня покажем контейнер для иммерсионного майнинга. Сегодня у нас обзор на контейнер для иммерсионного майнинга, и сейчас кратко о самом проекте. Контейнер рассчитан на 8 стоек, общая мощность системы порядка 800 кВт. Проект прошел все стадии, о которых мы рассказывали в одном из наших предыдущих роликов, ссылка на него будет в описании. То есть были спроектированы разделы по хладоснабжению и электроснабжению. Охлаждение посредством мокрой градирни. Ну и сейчас идем в контейнер. Ну вот мы находимся в нашем контейнере, который разделен на 4 отсека, и по каждому из них мы сейчас с вами пройдемся. На данный момент мы находимся в отсеке оператора, где заказчик сможет обустроить рабочее место для обслуживающего персонала, например, установив компьютер для контроля за всей системой. Во втором отсеке у нас расположены непосредственно сами иммерсионные стойки. Обзор на нашу стойку вы сможете найти ниже в описании. Единственное, что хотелось бы отметить, для данного проекта стойки рассчитаны для работы с асиками M30S, которые будут майнить в разгоне на двух хэш-платах. Из отсека со стойками мы сразу же попадаем в насосную, где расположена все необходимое вспомогательное оборудование для функционирования системы охлаждения. Это насосная группа, рабочий и резервный насос, вся необходимая контрольно-измерительная и запорная арматура, два распределительных коллектора, по которому циркулирует охлажденная вода для самих стоек, регулирующая арматура и предохранительная арматура. Регулирующая – это балансировочные клапана, предохранительная – это расширительный бак и предохранительный клапан. Слева у нас расположена система поддержания качества воды. Она необходима для правильной работы мокрой градирни и состоит из контроллера, трех дозирующих насосов, датчиков, продувочного клапана и емкостей для биоцида и ингибитора коррозии. Из насосной мы попадаем в четвертый отсек, в котором расположен электрический щит и панель управления. В электрическом щите располагается вводное устройство и 8 автоматических выключателей на каждую стойку. Также предусмотрено питание самой панели управления. В панели управления у нас расположен контроллер и все необходимое оборудование для контроля, управления и мониторинга за системой охлаждения. Это основные циркуляционные насосы, система поддержания качества воды и мокрая градирня. Контроль и управление за работой вентилятора градирни и насоса орошения. Также система управления контролирует работу и системы кондиционирования. Как видите, в каждом из отсеков у нас расположены кондиционеры, которые поддерживают комфортную для работы температуру. Как видите, концепция нашего контейнера для иммерсионного майнинга подразумевает максимальную мобильность, функциональность и работоспособность. То есть все необходимое оборудование для иммерсионного майнинга расположено внутри контейнера. Снаружи располагается лишь то оборудование, которое требует расположения на улице, а именно мокрая градирня. Заказчик, получив свой контейнер, сможет легко подключить все необходимые наружные коммуникации. Для этого в контейнере предусмотрены все необходимые соединения для быстрого и удобного подключения. Также необходимо будет завести электрическую энергию в вводной щит для питания самих майнеров и всей системы. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось наше видео и наш контейнер. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать следующие ролики. Всем пока!
Thank you.